Вдобавок мир не разделен на хороших и плохих. В каждом есть и светлая, и темная сторона. Главное в том, какую ты выбрал сторону. Я бы хотела, чтобы ты чувствовал себя одиноким. Просто потому, что если ты один, ты не представляешь угрозы. Сентиментальные дети, вечно ноете, жалуетесь, как несправедливо обошлась с вами жизнь. Может быть, вы еще не заметили, но жизнь вообще несправедлива.